Всем привет! Сегодня посмотрим вот такой вот пассажирский спринтер. Просили меня посмотреть. Подошел к ребятам. Сразу посмотрим, что в нем есть. Номер телефона для справок. 2010 год. 319 пассажир 11+1. 190 лошадиных сил. Давайте посмотрим сейчас, что там по салону. По картам, по резинкам. Вот резинки в хорошем состоянии. Замочная петля. Здесь проблем никаких нету. Так, сиденье с подлокотниками. Руль. Руль не зашитый, родной. Итак, коробка автомат, потому что во всех, в большинстве идут коробка автомат. Круиз-контроль. Вижу, есть Webasto. Пишут, Webasto подогрев для салона есть. Очень удобно. Идет кондиционер. Встроенный. Вот наверху все есть. Так, что тут у нас? Подогрев сидений, обогрев стекол, кондиционер, подушки безопасности уже идут. Пассажира сейчас немножко оттанет снег. Зайду, посмотрим. Итак, сзади идет. Сейчас. Багажный отсек довольно большой. Четыре сиденья первый ряд, три сиденья второй ряд. Немножко темно. Вот такого вот плана автомобиль. Все идет с ремнями безопасности, потому что если вы хотите ездить за границу, вас через таможню не пропустят, потому что нету обязательных ремней безопасности. Вот так вот сяду. Немножко темно, потому что так открыто. Надо открыть двери. Закрыл. Открыть двери. Надо, наверное, снаружи сейчас пойду. Возможно, замерзла. Итак, вы видите подлокотники. Это, конечно, не тот переделанный спринтер, что нам предлагают. Совсем не тот. Резина зимняя стоит. Стоечки все на месте, все закрыто, все под картами. Пройдем по кузову. Это средняя база. Вот, отойду. Средняя база. В салоне темновато, потому что затемненные стекла. Вот родные брызговички. Тормозные диски в хорошем состоянии. Не чувствуется износ. Вот новая зимняя резина сзади. 319. Вот рядом стоит также 319. Уже высокий Макси. Это средняя база. Так вот, смотрим. Труба. Труба без всякого налета, не дымит, значит, с двигателем все хорошо. По низу вопросов никаких не вижу. Ржавчины нету. Вот такой вот автомобиль. Есть подножка, очень удобно.
на титановых дисках. Хотел посмотреть, какого плана идут листы рессоры. Вот, походу маркировка идет под пассажирский. Точно не скажу. Закрыто. Закрывается изнутри. Вот такой вот спринтер. Цену уточню сейчас. Он есть в интернете. Мне кажется, 22 тысячи. Расспрашивал, я думал, как можно пригнать бус пассажирский. Можно только напрямую растамаживать как пассажир. Потому что рассказывали, что можно пригнать под новый закон, который сейчас у нас есть. Растаможка будет где-то 7000. Все это не так. Надо растамаживать напрямую, уплачивать все налоги, потому что потом не будет никакого с этого толка. Так, коробка, автомат. Все еще хочу открыть. Вот, открыл уже сейчас. .319 это такие двигателя, которым ничего не страшно. Самые мощные, надежные. Вот, сейчас посмотрим. Походу и штатная музыка, и подогрев. Печка идет вебаста на ноги. Подножка. Можно судить о состоянии пассажира по подножке. Сиденья все сбрасываются, если нужно. Вот такого вот плана. Подголовники, походу, сняты, но это где-то они, наверное, и есть. Вот так вот выглядит пассажир. Если вас интересует, приезжайте. Думаю, автомобиль стоит внимания. Вот еще раз посмотрим. Все. Резинки. Все на местах. Так что такой вот у нас сегодня автомобиль. Система старт-стоп есть. Двигателя. И одним глазом еще посмотрим на этот автомобиль. 18+1 2015 года. Тоже красавец автомобиль. Ну, если кто-то, кого-то будет интересовать, обязательно подойдем, посмотрим. Снимем. А пока, если вам автомобиль понравился, он совсем другой уже идет. Пластиковые накрылки идут. Конечно, красиво смотрится. Совсем другой автомобиль. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч на нашем YouTube-канале.